Приветствую тебя на моем канале. Сегодня мы поговорим о новом телевизоре Hisense, который поразил меня своими возможностями и качеством картинки. Эта модель обещает стать идеальным выбором для тех, кто ищет качество по разумной цене. Приготовься к детальному разбору его функций и особенностей. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот телевизор – его стильный темно-серый цвет и изящные размеры. Ширина в 1449 мм и высота в 835 мм делают его достаточно большим, чтобы украсить любую гостиную. Но при этом он остается удивительно компактным, с толщиной всего 82 мм. Вес телевизора всего 14 кг, что делает его установку легкой и удобной. Особое внимание заслуживает стандарт крепления веса 400 на 200 мм, благодаря которому ты без труда сможешь повесить этот телевизор на стену. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает минимализм и стремится освободить пространство в комнате. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины, где этот телевизор можно приобрести, а также специальный скидочный промокод для максимальной выгоды при покупке. Экран этого телевизора – настоящее украшение, с диагональю в 65 дюймов и разрешением 3840 на 2160 пикселей он обеспечивает потрясающе четкое и детализированное изображение. Технология 4К гарантирует, что ты не пропустишь ни одной детали в своих любимых фильмах или во время игр. С частотой обновления 120 Гц, а в режиме переменной частоты VRR даже до 144 Гц, этот телевизор предлагает исключительно плавное изображение без задержек, что особенно важно в динамичных играх. Такие параметры позволяют полностью погрузиться в игровой процесс и доминировать на игровом поле. Глубина цвета 8 бит плюс FRC и матрица IPS способствуют тому, что изображение на экране выглядит насыщенным и реалистичным, с отличными углами обзора. Подсветка D-LED улучшает контраст и яркость, делая цвета еще более яркими и насыщенными. Этот телевизор – отличный выбор для тех, кто ищет качество и функциональность, чтобы наслаждаться просмотром на высшем уровне. Звук в этом телевизоре заслуживает особого внимания. Система 2.1 канала и общая выходная мощность 40 Вт гарантируют мощные и чистые звуковые эффекты. Такой объем мощности способен заполнить звуком даже большие помещения, обеспечивая кинотеатральные ощущения прямо у тебя дома. Оптический аудиовыход позволяет подключить внешнюю аудиосистему для еще более насыщенного и качественного звука. Особенно впечатляет технология Dolby Atmos, которая создает эффект полного погружения благодаря объемному звуку, ощущаемому со всех сторон. Для любителей чистого и неперегруженного проводами пространства телевизор предлагает звуковую систему сертифицированного VISA. Эта система обеспечивает передачу безупречного звука через беспроводную сеть, избавляя тебя от необходимости иметь дело с лишними кабелями. Таким образом, ты можешь наслаждаться высококачественным звуком при просмотре фильмов или прослушивании музыки без лишнего хлама вокруг. Функционал Smart TV в этом телевизоре поднимает удобство использования на совершенно новый уровень. С операционной системой вида ты получаешь доступ к библиотеке бесконечных возможностей для развлечений. Простота и интуитивность этой системы позволяют мгновенно находить любимый контент, будь то фильмы, сериалы или игры. Обилие портов усиливает универсальность телевизора. Два порта USB для подключения внешних устройств, 4 HDMI разъема для игровых консолей или других видеоисточников, 2 антенных входа, 1 Ethernet LAN порт для стабильного интернет-соединения, а также слот CI для доступа к платному телевидению. Не менее важными являются возможности беспроводного подключения через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, что позволяет легко подключать беспроводные устройства, такие как наушники, звуковые системы и игровые контроллеры, обеспечивая чистоту и порядок в вашем пространстве без лишних проводов. Я внимательно изучил отзывы владельцев этого телевизора и вот что они думают. Минусы. Затемнение по углам. Крепление кронштейна внизу. Пульт без подсветки. Слабый ТВ-приемник. Плюсы. FreeSync для сглаживания. Простота настройки. Идеален для Xbox Series X. Два порта HDMI 2.1. Поддержка VRR и ALLM. 120 кадров в секунду. Очень быстрая система. Кнопки для кинопоиска на пульте. Воспроизводит Blu-ray с USB.
На этом мой обзор подходит к концу. Не забывай проверить описание под видео, там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. В комментариях поделись своим мнением о модели, мне важно знать, что ты думаешь. И конечно, если тебе нравятся обзоры на телевизоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это поможет мне делать еще больше интересных и полезных видео. До скорой встречи и новых видео!